Более 5000 жителей Башкортостана объявлены банкротами с начала года. Это на 46% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Об этом сообщает Федресурс. По абсолютному числу личных банкротств республика занимает 4-е место среди других регионов страны. Впереди только Москва, Московская область и Краснодарский край. В целом по России в первом полугодии банкротами признаны 120 тысяч человек. Это на 38% больше, чем годом ранее. Граждане чаще всего сами выступают инициаторами своего банкротства. В 95% случаев. С 1 апреля в стране действует полугодовой мораторий на возбуждение новых дел о несостоятельности. Тем не менее, должники могут заявить о своем отказе от права на мораторий. Также растет и количество внесудебных банкротств, которые проходят через МФЦ. С начала года доля таких процедур увеличилась на треть. Чуть менее чем за 2 года в Башкортостане через МФЦ возбудили 280 процедур о банкротстве. Во-первых, нужно сказать, что это общая страновая тенденция, которая определяется рядом факторов, общих для страны. Это и последствия пандемии, которые сказались на экономике. Это и, в общем-то говоря, стагнация экономики в целом, которая наблюдается с 2013 года. Вот. Но и последнее явление – это вот санкции. Напомню, в первом квартале этого года число дел о банкротствах компаний в республике выросло более чем в 2 раза. За это время в арбитражный суд Башкортостана поступило 284 иска о несостоятельности организации.